Пожалуйста, представь себя. Меня зовут Аня. Аня, ты сегодня стала победительницей? Это в первый раз? Да, в принципе. А ты вообще ожидала, что ты победишь в таком достойном конкурсе красоты? В принципе, нет. Я даже не знала, что я выиграю еще что-то. А теперь у тебя и лента, и корона. Ты себя ощущаешь настоящей принцессой? Да, в принципе. А как ты можешь оценить других девчонок? Они красивые? Ну, в принципе, как по мне, то да. Кого ты благодаришь за эту победу? Вот кому ты хочешь сказать большое-большое спасибо? Я хочу сказать большое-большое спасибо своему преподавателю Наталье за то, что она прям старалась, чтобы я идеально прошла, чтобы у меня все было хорошо и чтобы у всех девочек было хорошо, в принципе. Посмотри, какая ты молодец. За слабо послать туда на камеру воздушный поцелуй для своей преподавательницы, которая так сильно ради тебя старалась. Нет, в принципе, не слабо. Ну, так что на счет три? Да. Раз.